В Павлодарской области возобновила работу туристская полиция. Несколько пунктов есть в областном центре и в туристической зоне Баянаульского района. Главная цель полицейских не только сохранять преступления и сохранять общественный порядок, но и работать с иностранными туристами. Это особые сотрудники, которые помимо профессиональных навыков владеют несколькими языками, знаниями о местной культуре и истории. Подробнее Сабина Рахимбай. Баянаул является самым популярным местом для туристов, в том числе иностранных. И чтобы обеспечить их безопасность, здесь открыли вот такие туристические пункты полиции. Сотрудники работают с 8 утра до 8 вечера, даже несмотря на непогоду. Они обеспечены всей необходимой материальной базой, в том числе вот такими электромобилями. Все, поехали. Туристская полиция действует на территории области уже третий год. Обычно все гости собираются на озере Жасыбай. Там большое количество развлекательных мест. С недавних пор местом притяжения для отдыхающих стало также село Турайгыр. В этом году там впервые открыли специальный пункт. Увидев иностранца одного, местные стражи порядка сразу берут ситуацию в свои руки. В этот раз гостем Баянаула оказался Авраам Салако, студент из Нигерии. На учебу в Казахстан он приехал относительно недавно и еще не успел познакомиться с местной культурой. Авраам был приятно удивлен тому, какие здесь неравнодушные и дружелюбные люди. Я приехал в Казахстан как студент на обучение. Моя мечта – объехать все уголки этой страны и познакомиться с ее природой. Мне предложили поехать с экскурсией в Баянаул, и это потрясающий опыт, я считаю. Я восхищен тем, какие здесь горы и зелень. У меня даже была возможность вкратце ознакомиться с историей этого района. Конечно, здесь немного холодно, но это не портит общее положительное впечатление. Этим летом в туристской полиции региона ожидают большой наплыв иностранцев. И чтобы легче было коммуницировать, в ряды таких страж порядка выбирают не только по профессиональным навыкам. Сотрудникам необходимо свободно владеть несколькими иностранными языками, быть вежливыми и знать историю родного края. Полицейские рассказывают, что гости Баянаула культурные. За 3 года не было зафиксировано ни одного правонарушения. Мы уже работаем здесь, встречаем туристов. Вот, сезон начался, сейчас отпуска у людей, они приезжают, приезжают также туристы с ближнего, дальнего зарубежья. Вот, мы помогаем им, чем можем, по любым вопросам. Также мы обеспечим общественный порядок. Сегодня сотрудники туристической полиции несут службу на крупных объектах, являющихся ярким достопримечательством нашего региона. В областном центре это центральная набережная, в Баянаульском районе это национальный парк. Получается, они будут дежурить посменно день и ночь. Местные полицейские отмечают, что в прошлом году из-за пандемии наплыв отдыхающих был небольшой. За весь сезон там побывало всего 70 тысяч туристов-казахстанцев. В этот раз ожидается больше гостей, в том числе из зарубежных стран. Сабина Рахимбай, Самат Успанов, Жина Стимирбулат из Павлодарской области. Итоги дня.